Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в кои-то веки выбрались мы в Москву, выбрались на выставку Интершарм. Ее мы уже все с Оксаной обошли, все посмотрели. Ну и грех не зайти здесь в торговый центр Вегас, потому что находится все это в одном месте, все это Крокус у нас. Поэтому пойдемте сейчас прогуляемся, посмотрим, как у нас украшен Вегас к Новому году, ну и что можно купить к Новому году. Сегодня видео о шопинге. Встречает нас какое красивое новогоднее убранство. Смотрите, какие красивые люстры, гирлянды. Все в огоньках, все светится, все переливается. Ну, пойдемте посмотрим что-нибудь интересненькое. Хотя, ну, в принципе, как бы тебе что-нибудь нужно, Оксан, купить такое? Если что-то встретится праздничное на подарок к Новому году. А вообще просто походить, посмотреть, как это говорят, поглазеть. Кстати, что? Куда начнем? Не знаю, ну, он впереди Зара. Я была недавно в Заре. Вот от Беннеттона очень красивая одежда. Она там дорогая, не дешевая. Но такие симпатичные там свитера можно найти. А, еще я хотела... У меня же теперь подставочка есть для бижутерии. Посмотреть кое-какую бижутерию в Заре. Сейчас все посмотрим. Пойдем в Беннеттон зайдем на минуточку. Зару зайдем на минуточку. Сейчас. А в Беннеттон не пойдешь? Давайте зайдем, посмотрим. Так, это какой-то детский отдел, что ли, зашла. Ага, вот они. Свитера, шерсть. Чистая шерсть. Колятся они или не колятся? У меня проблема, что у меня свитера колятся. И тонкая-тонкая шерсть здесь. Но ассортимент прям большой. В том плане, что расцветка, большой спектр расцветки. Зеленые тоже мне очень нравятся. И горло разное. То есть круглый ворот, эти водолазки есть. И здесь то же самое. Ну что, сейчас, возможно, я посмотрю, если размер мой есть. Вот эти свитера поплотнее. Слушайте, ну вот я сейчас иду, мне настолько жарко в шубе. Вот в торговых центрах у нас, конечно, это жесть. Здесь нужно раздеваться. Вот очень симпатичная расцветка, такой яркий синий цвет. Но вот этот колется. Вот им я еще до него не дотронулась, он уже колется. 4599. Его нужно еще под какую-то одежду внизу пододевать. Вот этот мягкий, вот этот не колется. Цвет голубой очень красивый. Мне многие писали про снежную королеву. Сейчас хочу зайти посмотреть. Вот я не знаю, там есть пуховики, интересно, в снежной королеве или нет. Ну такие, не то что пуховики, в общем, тоненькие. Кстати, в Юникло вот эти тоненькие курточки-то есть. Здесь британский дом. Платья все в блестках. Не, я на блестящие не хочу. Я наоборот. 2699. Что это за британский дом такой? Такой, не знаю, магазин. Мне почему-то вот эта вот одежда вся кажется очень скучной. Я не знаю даже, куда вот, допустим, такую носить. Вот честно. Смотрю. Хочется, может быть, что-то купить. Ну, кстати, приятный свитер. 2599. Производство Россия. Такое качество у него хорошее. Кстати, как наподобие я себе купила пальто. Только удлиненная, а это такое короткое. 80% шерсти, слушайте. Оно теплое. 12500 такое стоит. Почему я смотрю на такую модель? Потому что очень удобно в путешествиях. Знаете, намного места не занимает. И тепло одновременно, и в то же время и не жарко. Размер 52 есть. Ну, померить, может быть. Вот так вот смотрится. В общем, состав здесь шикарный. Вот 80% шерсти. Пальто мне дают чуть-чуть
чуть подлиннее, а так, конечно, это приятный очень, очень-очень приятный внешне. Но получается, у меня вот здесь самая широкая часть, и он здесь еще расширяется к низу. И получается, что у меня вот эта вот часть все еще больше. Это у нас нежная королева. Меховое пальто. 30 тысяч. Он такой, как это, как чебурашечка, да? Такое. Мне нравится, что оно тоненькое. А, пойдем вниз спустимся. Ага. Вот она, вот эта вот искусственная шубка. Кстати, я почему-то думала всегда, что снежная королева это меха. А здесь сейчас смотрю, здесь и мехов-то нет. Такого розового цвета. Но неплохая. 50% скидка на пуховики. 10 тысяч. Мне давно писали, Лена, уже попади в снежную королеву. Я все от нее это, ну, думаю, там шубы. А здесь-то пуховики. Правда, тоненьких пуховиков я не вижу. В основном такие все объемные. 70%. Одно время вот эта тема космоса была очень популярна. Модно все так одевались. Мне вот эта вот расцветка нравится очень. Такая песочная. И, кстати, фирма эта хорошая. Ну, он тоненький, конечно, трикотаж. Сколько стоит? Ценник называется «Поищите». Бежевый меланж кашемир. Ага. Ребят, ну цены нет. Вот что я могу сделать? Тут, чтобы откопать ценник этот. Код, модель, размер. Покупайте онлайн. А, 11. 11490. Ну, качество, конечно, хорошее, видно. А здесь 50% скидка. И скидка, интересно, от какой цены начинается скидка. Так, извините, я сегодня в Интершарме попробовала. Так, полиэстер, вискоза здесь. Ценник 2390. Ну, 2390 уже как-то хорошо звучит. А скидки-то, смотрите, возле каждого стенда скидка. 50%. Знаете, основное желание быстрее снять шубу, потому что очень жарко. Здесь надо раздеваться, чтобы вот идти по магазинам ходить. Нужно раздеваться. Вот она тоже. Шуба из искусственного этого меха. Сколько стоит? Чебурашка. 20 тысяч. Кстати, эта цена уже со скидкой. 21 тысяч. Платье. Ну, модно сейчас. Видите, все ходят сейчас в таких шубах искусственных. Здесь вот пуховики что-то как-то вот. Мне не очень нравится, что вот они такие блестящие. Может быть, сейчас модно. Вот костюмчик очень симпатичный, шерстяной. Не знаю, как с брюками смотрится. Стоимость брюк 3990. Так, кофты. Кофту надо найти. А стоимость кофты 4990. Ну, костюм такой вот красивый. Не то чтобы прям он такой спортивный, да, он вот именно такой вот на эту зиму, которая сейчас. Минус 14 сегодня на улице. Смотрится очень хорошо. Так, а вот такую шубу я сегодня что-то где-то ее в рекламе видела. Прям реклама была. Там была вот такая вот шуба. 33 тысячи такая шуба стоит. Ну, интересная такая прям. Здесь шуба. С одной стороны шуба, с другой стороны с кожей сделана. Ничего же себе. Я думала, сейчас придут, тут меха будут одни сплошные. А здесь
искусственные меха. Здесь меха, но искусственные. 30 тысяч. Вот это прям мягкое-мягкое. Удлинённое. Я хочу себе прям вот что-то покороче. Расцветка абсолютно разная. Вот, смотрите, какая симпатичная, коротенькая. Не знаю, какой состав здесь. 19 490. Это со скидкой, что ли? 19 490. Так, состав подкладки. Полиэстер, а так шерсть. Вот это. Шерсть. Очень даже неплохо. Дубленки тоже точно так же есть. Ну, это такая, как и куртка. А, она внутри кожаная. Ну, вообще такое ощущение, что это куртка, вывернутая наружу. Но только внутри вот этот крючок для одежды. А вот интересная, кстати, модель. Это дубленка. Распродажа написано 27 тысяч. Вот такая стоит. Изделие из натурального меха. Интересная модель. Надо померить, если сейчас есть размер. Как она будет смотреться? А это наподобие, как я сейчас смотрела, 32 тысячи стоит. Ну-ка, давайте посмотрим, размер есть. В общем, размеров там не было. Хотела я померить. Размеров не было. Тоже такой плюшевый зайчик. Здесь уже что-то такое под овчину, 23 тысячи. А, и вон там уже начинаются меха. Дальше. Вот она, вот эта шубка. 39 тысяч. Ну, вот она тоненькая. Вот это вот из той категории шуб, что они прям вот тоненькие такие. Цена со скидкой 39 990. Стоила 80 тысяч. Ну ладно. Я-то хотела куртки посмотреть. Курток не нашла. Ну что так, Сан, потерялась в мехах? Да, я хочу померить. 89 тысяч шубы за полцены. Коротенькие. Вот мне нравится модель. 82 тысячи. Что-то сейчас норка-то подешевела, оказывается. 48-м зашли с Оксаной в какой-то магазин. Бижутерию я смотрю. Ну, сейчас покажу, какой магазин. Такое под золото сделано, только далеко не золото. Цепочки. Сейчас же модно вот такие вот большие цепочки. Вот, допустим, такие 1990. Здесь все по 1990. Ну, такой для молодежи магазин. Эсочки. Все размеры эсочки, да? Да. Я даже его прочитать не могу, я не знаю, что там написано. Озы, да? Что-то такое. Так вот. Все для молодых леди. Сейчас на выставке были. Чувствуем такой аромат характерный. Прямо как в моле, в Дубае. А-а-а. Пробую арабика, говорит, арабик. Я говорю, Дубай, Дубай. Ванин любимый как магазин. Может, мне ему сейчас наушники купить, чтобы они уже лежали? Заранее. Он видео-то мои не смотрит. А то потом будет перед Новым годом, наверное, столпотворение, да? Так. Zara Home. Честно, уже немножко подустали сегодня ходить. Из-за того, что уже Интершарм были, да, и жарко. То, что...
это Zara? Это все, я смотрела, вот эта вот вся блестящая коллекция на девчонок. 46-44 размер. Смотрится бесподобно. Это не для нас магазины. Zara, он вообще для молодых больше рассчитан. А для нас другие магазины. Только других магазинов немного. А вон там пойдем посередине еще посмотрим, какие-то вот продают эти шубки. Шубки, пальто. Не то, что тут у них отдельный отсек. Браслеты. Вот они, видите, все искусственные. Мне вот это вот светленькое просто понравилось. Наподобие, как у меня, искусственное. Ну, ты чего ж они вот эти вот некачественные делают? Ну, может быть, здесь качественные. Здравствуйте. Сколько такая стоит шубка? Шубка 163. А, это норка. Да, слушайте, она так сделала. Тот момент, когда ощущаешь себя нищебродом. Сейчас вот я вам показывала эту шубу, а это оказывается норка. А я говорю, сколько стоит? Она говорит, 63, мне послышалось так. А потом оказалось 163. Ну, я говорю, ну, мы сейчас смотрели такие же, вроде в «Снежной королеве» там по 100 были. Ну, там же, говорит, китайская норка, а здесь не китайская. Слушайте, вот молодцы китайцы, чего у них только нет. И машины у них сейчас хорошие, и одежда у них хорошая, и техника хорошая. Все делают китайцы. Так, ладно, мы идем дальше. Новогодняя тематика вся, вот эти вот. Музыка со всех сторон. Здесь прям такое ощущение, что попал в этот фильм «В один дома». Такой же домик. Так, олени предновогодние. Ну, а мы хотели с Оксаной, ну, вот я хотела еще посмотреть что-то такое, типа... Просто я... Если в Стамбул улететь, то нужна какая-то такая... Что-то... А, это Гес. Что нужна какая-то такая, это... Тонкая-тонкая курточка, вот понимаете? Тонкая, но в то же время теплая. Хотела посмотреть... Ничего такого не нашла. Здесь джинсы-то какие красивые. 50% скидка. Но размеры, конечно, все маленькие. Смотрите, джинсы все это переливаются. Там какая-то крошка, что ли, сделана такая для перелива. Здравствуйте. Так, ну вот она, вот эта вот куртка. Вот куртка прям... Зачетная. Здесь есть капюшон, его можно убрать, можно не убирать. И она теплая. Ну, понятно, не на 14 градусов, а вот на 10, допустим, вполне достойно. Вот так. Здесь воротничок. Можно, в смысле, не воротничок, а этот капюшон можно достать, носить с капюшоном, можно без капюшона. Мне очень нравится такой вариант. Все, нашли с Оксаной выход. Наконец-таки сейчас вместе одеваемся, идем, выходим к метро. Здесь, конечно, можно и в помещении выйти к метро, но уже бродить, искать не очень хочется. Мы с ней даже без еды, потому что все-таки устаешь от того, что ходишь по магазину. О, смотрите, какая красота. Какая красота. Все-таки, мне кажется, вот этот вот ледниковый шоу, который у нас сейчас показывают, они способствуют тому, что развивается вот этот вот вид спорта. Особенно, смотрите, каток на фоне фонтана. И тут прям уже так профессионально люди катаются. Смотрите, какая прелесть. Я тоже так хочу. Но никогда не смогу. А здесь вот я все удивляюсь. Почему-то у нас теперь в торговых центрах появились вот такие вот винотеки. Раньше в торговых центрах было запрещено торговать алкоголем. А сейчас, пожалуйста, торгуй. Ой, пойдем вон там еще Соколов. Соколов здесь.
Я раньше этот бренд не знала, пока мне не написала женщина, подписчица моя, что такой бренд. Так, это золото, это жемчуг. Ну, тут и золото, и серебро есть. Здравствуйте, мы посмотрим просто. Да, с вашей стороны все золото, 64. С вашей стороны золото, серебро. Акция на ассортимент идет 50%, цены каждые месяцы. Красиво, кольцочек. Ну, там, наверное, бриллианты какие-нибудь. Здесь это же не Sunlight. Вот видишь, вот увеличить. Да, да, ты выйдешь в таких, у тебя зерут их с ушей. И все, и привет. Я уже, знаете, когда один раз попал на этом деле, что-то дорогое на себя одевать совсем не хочется. Мне вчера говорят: Лен, зачем ты бижутерию показала? Вот, типа, мол, это опасно. Бижутерия моя практически ничего не стоит, поэтому это безопасно. Это белое золото, что ли, по 34 тысячи. Сейчас цены посмотрим здесь на серебро. Вот тут где уже доступные цены. 2190. А вон, кстати, как наподобие. Я покупала 3990. Черная коллекция тоже. Красивая. 4390. О, вот такие кольца за 4790 я бы посмотрела. Но они, правда, такие крупненькие. Но я бы для своей коллекции взяла. Ух ты. А здесь еще и выезжает целая витрина. А вот с топазами как раз-таки. Сережки с топазами. Вот такие не очень крупные камни. Серьги с крестами. Серьги-ключики. Тут такая прям нестандартная уже часть идет. Слушайте, никогда бы не подумала, что я это скажу вон прямо. Но я очень-очень рада, что я вышла на улицу, потому что очень жарко у нас в торговых центрах. Прям вот вообще что-то нереальное. Ходить в теплой одежде, ну то есть нужно раздеваться где-то в гардеробе, тогда будет комфортно ходить. А так мне очень нравится вот здесь вот этот вот райончик. Это как, Оксана? Павшинская пойма, да, по-моему, называется? И церковь там же у них. Но единственное, что у них метро вот здесь, вот это вот, Мякинина. И туда добраться вот по этому мосту, чтобы домой вот добираются они все внутрь. Ну метро еще идти, тут и идти. Там вон у них, я смотрю, красиво тоже елка стоит, украшения все. Но мы туда, друзья, не пойдем. Что он там, остановится, не остановится? Мы идем с вами в метро. Ну и показываю, что я сегодня все-таки приобрела с выставки Интершарм. Мне, кстати, ну вот взяла я вот этот вот такой совсем-совсем легкий пуховичок. Хотела я такую упаковку сделать, сделала, и мне еще плюс скидку какую-то вот дали по дням как-то здесь 100%, в смысле 40% дополнительно на каждые 3 товара, только онлайн. В общем, мне кажется, больше красиво написано. И, в общем, со скидкой вот такая вот цена получилась. Нет, Вань, не надо брать, это нужно будет. Там какой-то день удачный, да. Может, я еще что-то. Может, я там платье куплю какое-нибудь красивое. Там Оксана мерила сегодня очень красивое платье. Ну, я такое, конечно, покупать не буду, но, может быть, себе что-то свое подберу. Красивое. Так. Ну, взяла вот эти вот шприцы. Вань, открой, пока я покажу. Тремат. Это фирма, там люди видели то, что я покупала. Один шприц отдам маме, мама попробует косметику эту. И вот этих вот два коллагена. Это что такое?
тонер какой-то. Так, вот этот коллаген, я одно время прям пачку покупала и пила его. Вот коллаген это очень-очень полезно пить, если есть такая возможность, то лучше, конечно, пропить. Вот это не знаю, что это за коктейль такой. Семена чиа, энзима, севия. Вот это вот нужно заваривать. Состоит из натуральной клетчатки. А, ну, видимо, за счет того, что здесь клетчатка, и здесь устранение метеоризма. Полезные вещества, укрепление. В общем, 10 грамм этого пакета растворить в холодной кипяченой воде, сока или молока до однородной консистенции и выпить. Ну, попробую, потом вам расскажу, если мне понравится. Рокус, слышите, да? У меня сидит помощник. Выздоровевший. Выздоровевший помощник. Вот он, этот шприц. Ну, собственно говоря, здесь просто, знаете, так красиво сделано, да? Этот шприц-то он, по сути дела, и не нужен. Он уже повторно не используется. Зачем тебе коробка? Что ты будешь делать с коробкой? Ломать. Так, и взяла от купероза вот эту вот гидролат зверобоя. Природный антивозрастной тоник без спирта и консервантов. Для жирной чувствительной кожи. А также для волос. Вот что интересно, он и для волос используется, и для кожи используется. В общем, может быть, это все и разводка разных косметологических этих косметических компаний разных, да, которые там придумывают все новые и новые средства. Но вот это же можно сделать, допустим, в баночке. Нет, почему-то это сделано в шприце. Ну, как бы, причем к шприцу отношения не имеет. Ты просто выдавливаешь этот товар на лицо. В общем, на что только наша бьюти-индустрия, мне кажется, не идет. Лишь бы кто-то что-то приобрел. Ну, а вообще, вот этот Интершарм, не очень много людей было. И как бы вот такие скучающие, мне кажется, сами фирмы, которые все это представляют. В основном, конечно, это профессиональная выставка для людей, которые заняты в этой сфере, в этом бизнесе. То есть они там заключают какие-то новые договора, находят себе поставщиков продукции. Но также и для обычных вот так вот любителей, обывателей, кто хочет приобрести какую-то интересную косметику, вроде как со скидками, я не знаю, хотя мне кажется, сейчас на Wildberries тоже скидки неплохие, и нужно посмотреть, вот, кстати, ради интереса сказала девушка, что 600 рублей стоит вот этот вот, вот это вот одно средство стоит 600 рублей на Wildberries, а тут 3 за 1000, что-то как-то повышенная щедрость. Ну, там, знаете, ходишь, тебе лапши на уши навешали, ты такой довольный, счастливый, вроде как все тебя устраивает. В общем, вот таким вот образом мы съездили, дорогие друзья, сегодня погуляли, и вас выгуляли, вам показали, что происходит у нас в магазинах. Ну, и всем, как всегда, желаю хорошего настроения, добра, удачи, позитива. Ну и совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока.